Привет из Любляны! Здесь я вам говорю, мои дорогие зрители, подписчики на этом видео. Но на самом деле эта поездка была пару лет назад. И так как сейчас очень сложно совершать какие-либо путешествия нам в связи с сложившимися обстоятельствами, которые все знают, я решила сделать подборочку фотографий и видео. Смотрите, если вам понравится, ставьте лайк и получайте удовольствие. Поставлю музыку и наслаждайтесь. Это старый центр Любляны со старинными зданиями и разными памятниками. А сейчас я приглашаю вас на высоту птичьего полета, посмотреть на Любляну с высоты птичьего полета. Мне дети сделали такой сюрприз. Мы поднялись на очень высокий какой-то этаж, я даже не помню какой это этаж. Но мне, конечно, было страшновато, так как я боюсь высоты, но я рискнула. Мы там попили кофе, полюбовались красотами, и я быстренько оттуда спустилась. В Любляне также есть такое интересное китайское заведение, кафе, с фиксированной ценой. Платишь определенную стоимость, немного, и приходишь и выбираешь любые блюда, которые движутся на конвейере. Ну, а это, можно сказать, окраина Любляны. Вот с такой природой, с такими видами, новостройками. Всем спасибо за просмотр, друзья! Кому понравилось видео такого формата, не забывайте поставить лайк и подписываться на мой канал. И пишите комментарии. До следующих встреч! Пока-пока!